Итак, ребят, всем привет, с вами, как всегда, Бивисовод. И да, я пока что за кадром, вы не видите мое лицо, но вы, наверное, этому рады. Ну, ладно, это не важно. Итак, ребят, начну с того, что если вам нравится мой мопед, то обязательно поставьте лайк этому видосу. Ну, а мы начинаем этот видосик, естественно. Сегодня у нас долгожданный момент, мы, как вы уже могли догадаться по названию, хотя еще не знаю, какое название укажу у видоса, но, наверное, будет название, связанное с тем, что мы сегодня будем делать. Мы сейчас будем собирать мотор, остались решающие моменты у нас тут, и все, и можно будет его уже завести. Да, наконец-то мы заведем мотор. Сейчас начнем с того, что соберем трансмиссию. В трансмиссию у меня входит колокол, вы уже его могли видеть, вариатор Малоси, ответка стоковая, ремень от Тенос, сцепление Малоси Флай, шкивы стоковые, в сцеплении у меня стоят белые пружинки, это самые мягкие, и красная большая пружина стоит. Сейчас мы соберем с вами трансмиссию. Впрочем-то, собственно, здесь ничего сложного нету. Накинуть шкивы, ремень, вариатор, колокол, также он у меня там шайбочки всякие маленькие есть, но это тоже мелочи жизни. Это, думаю, вы все умеете делать, и показывать это особо не стоит. Кстати, да, также, как вы можете видеть, у меня сейчас стоит временно такой вот некрасивый амортизатор. Скажу вам сразу, что в дальнейшем этот амортизатор я поменяю. Мне его дали временно, чтобы я мог, ну, мопед нормально собрать, завести и попробовать даже прокатиться сегодня, если получится. Вон, видите, у меня впуск Big Valve. Вот, видите, я сейчас приближу чуть-чуть. Тюнинговый впуск. Кстати, вот здесь вам может показаться, что он задевает колесо. На самом деле он не задевает. Там где-то 5 мм расстояние. Да, маленькое расстояние, но все же не задевает. Поршневая тена, это вы уже видели. Ну и, собственно, ребят, я думаю, не стоит показывать, как это все собирается. Я сейчас это все соберу, трансмиссию, и там частично вам кое-что покажу еще. Итак, ребят, трансмиссия установлена. Ничего тут сложного нету. Очень тяжело крутится. Конечно, на видосе вы этого не увидите, но я прям ощущаю, что ремешок как надо на конце стоит. Так, ну здесь, ребят, плоховато видно будет. В общем, остается нам с вами сейчас накинуть генератор, также трубу, крышку, и, собственно, уже можно будет заводить. Еще, ребят, карбюратор надо будет не забыть накинуть и трос газа, чтобы можно было попробовать прокатиться. Надеюсь, у нас это сегодня получится. Погнали дальше. Сейчас мы с вами соберем генератор. Тут есть один важный момент. Если у вас Yamaha, или вы опять же только купили Yamaha, тут есть одна маленькая деталька, которую прям обязательно надо не забыть поставить. Мало ли, вы будете в спешке собирать и можете забыть ее поставить. Вот эта вот деталька, ребят, ставится вот сюда. Вот она вот туда ставится, она держит сальник. То есть, мопед же, понятно, работать у вас будет. Но здесь не как на Дио, ребят, в общем. Тут стоит фиксатор сальника, чтобы он не вылетел. В общем, сдержится он на одном болтике вот здесь вот. Ну, там, вон он болтик, видите, вот сюда ставится. Ну, остальное здесь все как на всех любых мопедах. Генератор, магнит сам идет, гаечка, тут все по стандарту. И еще здесь прокладка вот тут стоит. Прокладочка вот такая стоит, она у меня родная стоит здесь. А сейчас, ребят, решающие моменты пошли. У нас остается нам накинуть вот этот замечательный выхлоп. А копию C16, это у нас PRL SR11, труба называется. Но она как копия C16 идет, в общем. Прокладочка у меня такая есть хорошенькая. Не хочет камера на ней фокусироваться, ну да ладно. Накидываем эту прокладочку. По-хорошему, конечно же, ее промазать герметиком, чтобы наверняка. Но, скорее всего, я трубу еще буду в этом, до начала сезона еще, скорее всего, трубу буду скидывать, потому что у меня с трубой там некие проблемы есть, надо кое-что в ней починить. Там, ну, крепление для муфлера, вон там вот внизу, вот здесь, крепление для муфлера, он там есть, оно у меня чуть-чуть разболталось, его надо будет починить, поэтому пока без герметика накину вот эту прокладочку, а в дальнейшем ее герметиком промажу, чтобы наверняка ничего не секло. Труба успешно установлена. Кстати, удивительный факт, обычно, когда на BVS ставят рок-стапочки, и труба начинает вот в этом месте, примерно где-то здесь, задевать колесо. В моем случае мне вообще прям повезло, мне не надо никакие шайбы у себя подкладывать, ничего не надо делать, у меня почти, ну я бы сказал, сантиметр, может даже чуть больше сантиметра расстояние до колеса, поэтому, блин, ну повезло, так сказать. Поставил я уже карбюратор с нулевичком, не стросик, газа накинул, все работает. Итак, ребят, наступил уже следующий день. Мне Егор дал крышку свою, вот так она у него красивенько выглядит. Конечно, цвет не айс, по мне так. Ну, если вам нравится, то пусть вам нравится. Короче, ребят, я уже скатал, заправил его на литр, между прочим, 95-го бензина залил. Да, я езжу на 95-м, я крутой, я богатый. Заливать мы будем, как я уже когда-то в группе писал, вот такое охеренное масло. Это синтетика Nasty Oil. Вот у меня мерная бутылочка Stag 6. На литр заливаем смело 30 мл, ребят, не стесняемся. Не жалейте масла, ну и больше не переливайте. Короче, на литр лейте 25-30, но я лью 30, чтобы наверняка ничего не случилось. В общем, сейчас заливаю масло и пробуем его заводить. Надеюсь, все заведется. Пока без кожуха, кстати, не орите на меня. Все равно его на пару минут завожу, так что ничего ему не случится, ничего не перегреется. Даже можно на холостых он вообще не перегреется. Плюс цилиндр холодный. В общем, ладно, заводим сейчас, пробуем, смотрим, что получится.
Так, ну все, пацаны, вот мы вышли уже на улицу. Сейчас будет первый запуск, мы еще не заводили его. Ладно, шучу, мы прокачали его, в гараже завели. Но не факт, что он сейчас с первого раза заведется, потому что он уже мог остыть к этому моменту. Ну, в общем, ладно, момент истины, не буду тянуть, пробуем завести. Мопед не настроен, сразу предупрежу. Пора завести этот замечательный... Гонка. Мопед. Ладно, все, запускаем, ёпта. Короче, берем, ключ поворачиваем. Кстати, не пишите мне насчет килл-свеча, потому что он еще не сделан, я еще проводкой не занимался. Мы только мотор вкрутили. Ну все, ребят, попытка номер один, надеюсь, что будет четко. Это не считается, я просто плохо нажал. Просто послушайте, как он гудит. Это же реально шикарный звук. Просто звук новых запчастей. Он гудит шикарно. Сейчас попробуем прокатиться. Это реально момент истины. Так. Вилочка хорошо отрабатывает. Гудит реально четко. Что деньги? Вообще классно. Не могу быстро разогнаться, во-первых, потому что скользко, во-вторых, потому что... Резина. Резина, как видите, у меня дорожная теперь стоит. Кстати, кто-то может сказать, что вот это вот колхоз. Но я не буду этот колхоз снимать, потому что эта штука реально помогает охлаждать судя. Слышите, какое звучание? Это просто гонка, просто пушка. Гонка, гонка. Ну-ка, дай газку. Скоро, ребят. Прокрути. То есть видите, какая мощь. Скоро остается тормоза, и будет реально гонка. Будет реально валить, можно будет остановить. Сейчас без тормозов ничего у нас не получается. Ну, пока что все четко. Ну также мотор, я уже сказал, надо будет поднастроить, это опять же потом. Да, ну что ж, ребятки, на сегодня, я думаю, будем заканчивать видос, который я снимал целых, скажем так, 3 дня. Вот. Обязательно ставьте лайк, если вам понравился этот скутер, если вы хотите еще видосики по нему. Также подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, я знаю, кто-то из вас еще это не сделал. В группу вступайте, ссылочка будет в описании, где-то на YouTube на экране сейчас появится. Да и, в общем-то, вроде как все. Всем пока, ребят. Скоро увидимся. До скорого. Пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Да, еще раз. I get some more money in my chain, it's so icy. I get some more money in my chain, it's so icy. I get some more money in my chain, it's so icy. I get some more money in my chain, it's so icy. I'm fucking your mama, I'm fucking your wifey. I'm fucking your mama, I'm fucking your wifey. I get some more money in my chain, it's so icy. I get some more money in my chain, it's so icy.